Наташа Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. А вы любите слойки? Если да, то этот рецепт именно для вас. Потому что сегодня я приготовлю очень вкусные слойки с ананасами. Ну что ж, будем готовить! Для того, чтобы приготовить слойки с ананасами или ананасы в слоеном тесте, мне понадобится. Я сегодня приготовлю слоеное бездрожжевое тесто по моему любимому рецепту. Но если вы хотите, можете использовать магазинное как бездрожжевое, так и дрожжевое слоеное тесто. Итак, для приготовления теста мне понадобится 450 грамм муки, 250 грамм сливочного маргарина, 150 миллилитров холодной обычной воды, щепотка соли, одно яйцо, 10 миллилитров 9% уксуса. Также мне еще понадобятся консервированные ананасы, обязательно кольцами. У меня здесь 565 грамм, сахарная пудра и одно яйцо. Ну что ж, приступаем! Для начала приготовлю тесто. Для этого в мисочке нужно смешать воду, яйцо, уксус и соль в однородную массу. Подготовленную массу пока отставляю. Теперь нужно взять муку. Муку я заранее просеяла через сито. Всю муку высыпаем на рабочую поверхность. Берем терку и на крупной терке натираем маргарин. Периодически будем его перемешивать с мукой. Маргарин у меня не замороженный и не мягкий, он просто из холодильника. Маргарин натерла. Теперь маргарин с мукой нужно аккуратненько перемешать. Не вымешать, а просто вот так вот перемешать, чтобы все полосочки из маргарина, они покрылись мукой. Все собираем в горку. Вот таким вот образом делаем такую вот луночку, углубление. Берем лопаточку, ту массу, которую мы с вами заранее подготовили, вот эту вот жидкую, и теперь вливаем порциями и аккуратненько все перемешиваем. Не вымешиваем, а перемешиваем. Нам нужно главное тесто собрать в комочек. Если тесто, вот когда вы сюда добавите, получится у вас еще таким вот липким, не бойтесь, добавьте еще немножко муки. А если тесто получится таким вот суховатым, добавьте немножко воды. Никогда не бойтесь добавлять муку, воду, так как у каждого разные ингредиенты и у каждого может по-разному получиться. Тесто собрала в комочек, ни в коем случае его не вымешивайте. Заворачиваю тесто в пищевую пленку и отправляю в холодильник как минимум на 1 час. Но обычно я слоеное тесто готовлю вечером, оно у меня ночь лежит в холодильнике, и потом на следующий день я из него выпекаю слоечки или любые другие изделия. Это тесто, оно может долго храниться в холодильнике, также его можно замораживать, и когда вы его разморозите, изделие из этого теста получается очень даже вкусным. Тесто достала из холодильника, оно уже полностью готово. Я взяла ананасы, слила с них весь сироп и дополнительно еще обсушила их бумажным полотенцем. Ананасы пока отставляю. Берем тесто, рабочую поверхность немножко нужно присыпать мукой. Тесто раскатываем в пласт прямоугольный толщиной приблизительно пару миллиметров. Тесто раскатала, подровняла края. Теперь тесто нужно разрезать на полосочки толщиной приблизительно 1-1,5 сантиметра. Тесто разрезала на полосочки. Берем одно колечко ананаса, немножко обваляем его в сахарной пудре, совсем немножко, так вот сверху.
берем одну полосочку теста и теперь будем тесто закручивать вокруг колечка ананаса. Если вы хотите, можете делать нахлёст. Я сделаю вот таким вот образом. Первую слоечку сформировала, такая получилась красивая. Сейчас мы немножко подровняем, будет все красиво. Возьмем небольшой кусочек теста, сформируем с него шарик и вот так вот мы его положим в центре, чтобы видно было цветочек. И таким вот образом я сформирую все слойки. Слойки все сформировала. Я сегодня буду печь 10 слоек, но из этого количества теста можно приготовить 20 слоечек. У меня кусочек теста небольшой остался. Сверху слоики смазываю взбитым яйцом. Отправляем слоики выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Буду выпекать приблизительно 20-30 минут. Нужно, чтобы слойки подрумянились. Но вы лучше ориентируйтесь по самим слойкам, так как у каждого разные духовки и по-разному они выпекают. Слойки с ананасами готовы. Вот такие они получились красивые и очень аппетитные. А главное, готовятся легко и просто. Сейчас одну слоечку попробую и скажу, какие они на вкус. Очень-очень вкусно, хрустящее слоеное тесто и сочный ананас. Сочетание просто изумительное. А я надеюсь, вам понравился этот рецепт и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!